Ребят, всем привет. Посмотрите, сколько сладостей испек. Но проблема не в этом. Вот сейчас я взял новую пачку гречки, потому что вот у меня гречка хранится вот в этих баночках для хранения сыпучих. И вот, смотрите, ее недостаточно. Что берем? Да, я ее не буду хранить вот в пачке. Мне ее надо пересыпать сюда. И заметьте, у меня килограмм гречки, это килограмм. А сейчас такое, да, килограмм это 800 грамм, может быть 900. Ладно, в этом видео покажу вам, как пересыпать. Значит, смотрите, берем ножницы. Два кольца, два конца посредине гвоздик. Отрезаем уголок. Вот такой, чтобы вот это отверстие было, ну, сантиметра 2-3. Можно больше, но нежелательно. И берем теперь вот за нижнюю часть, переворачиваем над банкой и высыпаем. Смотрите, вот она сыпется вся. Вот просто смотрите, вот без усилий. Да, главное, чтобы у вас вот эта банка тоже была рассчитана на килограмм гречки. Вот у меня видим, да, это не просто так. Все, разравниваем и, в принципе, можно вот так закрыть. Ну, посмотрите, какая гречка отличного качества, да? Ну, правда, с мышиным пополам. Ну, то ничего. Так, буду варить я себе вот стаканчик. Пересыпаю. Все. А вот эту можно закрыть крышкой. А вот этот пакетик, знаете, он аккуратненький. Еще можно использовать для чего-то. Всем пока.